Ladies and gentlemen, we are set for our next fight of the night. Scheduled for 3 5-minute rounds in the featherweight division. Introducing to you first, fighting out of the blue corner. He is an MMA practitioner. He stands 175 centimeters tall. His official weight, 66.3 kilos. His pro record stands at 22 victories, opposite 2 defeats. Fighting out of Makhachkala, Russia, here is Murad, the Strangler, Machay! And across the cage, his opponent fighting out of the red corner. He is an MMA practitioner. He stands 173 centimeters tall. His official weight, an identical 66.3 kilos. His pro record stands at 8 victories, opposite a single defeat. Ladies and gentlemen, here is the former ACB World Featherweight Champion, fighting out of St. Petersburg, Russia, Murad, the Motivator, Очень крутая пара. Очень-очень крутая пара. Пожалуй, один из тех боев, которые были вывеской сегодняшнего ACB за номером 89. Это Мурат Мачаев против Марата Батаева. Несмотря на разницу в рекорде и в разницу в опыте, у Марата куда побольше. Все ж таки ребята стоят друг друга. Ну, для кого здесь поединок окажется более интересным и более удавшимся, мы с вами узнаем в самое ближайшее время. Да, то, что у Марата Балаева, у него 8 побед при одном поражении, причем одно поражение было не так давно, в мае этого года, против Юсупа Раисова, там его удушил Раисов в первом же раунде. Секундочку, я его почему-то Батаев называю, Балаев, конечно же, прошу прощения. Вот, и экс-чемпион в полулегком весе, кстати. Да. И обратите внимание, насколько агрессивно сейчас сразу стал себя вести, подошел прямо, заряжаясь в удары. Что касается Мурада, то у него 22 победы при 2 поражениях. И одно из них было вот Диего Брандао на Fight Nights Global. Второй Хельду, у которого было 9-0 на тот момент. И, ну, Хельд — это портурист, конечно, совершенно потрясающий. Другое дело, что Хельду бороться-то не дал. Да, ну, в Беллаторе это было. Да, до решения дело дошло. Марцин там народ многих потрывал. Очень неприятный портурист, во всех смыслах. И отличный апперкот. Обратно прямо зрячий, так, но по защите. Дрались, кстати, они оба в одном гарде, да, на том самом ACB-86. Но вот Мурат Мачаев победил тогда Мухаммеда Кокова единогласным решением судей, а Марат Балаев уступил. В реванше. Да, да. Потому что первая их встреча была на ACB-50 в декабре 16-го. Отличная комбинация со вторым апперкотом. Очень резкая практически с места, из такой довольно расслабленной позиции. И, в принципе, Мурат почти она получилась. Мурат Балаев сверхагрессивно сейчас по-прежнему идет. Занял весь центр и работает в очень такой неприятной манере, постоянно давящей. Другое дело, что, ну, все-таки Мачаев опытный боец, и в этом смутить тяжело. Контратакует он практически с места, причем под очень неприятными углами у него руки вылетают. Не классические траектории снизу сбоку, а такие вот именно диагонали. В принципе, ну, если попадет, может быть неприятно. Левому сбоку попал только что. Балаев вот сверхагрессивен, мне кажется, сейчас. Постоянно нависает на сопернике, не отпускает далеко Мурата. Ну вот попал. И по-прежнему рядом с ним Марат. Хорошо, апперкот и право прямой. Чем апперкот, опустилась левая рука в защиту и сразу же пошел правый боковой. Попробовал в размен Мурат пойти. Он пытается в борьбу зайти и не получается, потому что там сразу начинает вылетать комбинация и сразу же реагирует, прежде всего, движением ногами Марат Балаев. Вот сейчас попадает на отходе. И при этом он вообще ничем не показывает, что его удар хоть как-то потрясли. Да. Он сразу же идет вперед. Вот попал, хорошо, слева и справа попал. Шатнулся сейчас Мурат. Перемещается вдоль клетки вправо и влево. Но сейчас застыл у выхода как раз. Пробивает, попадает правым, да, перекрывается Мурат Мачаев.
Еще раз оседает, оседает Мачаев. Пока работает, пока перекроса в глухую. Садится. Пошло добивание. Апперкот мажет. Левый сбоку от него уходит. И заколачивает сейчас Марат Балаев. Все, вмешался. Вмешался Хердин, остановил этот поединок. Вот человек, который вышел побеждать. Вот по всему настрою было. Человек, который вышел или победитель, или умереть. Отлично, да. Вот что называется, вот тот самый пресловутый инстинкт убийцы. Попал, закрыл соперника вот здесь, между двумя вот этими мягкими подушками. Толбами, да. И все. И просто вот заставил Мурата Мачаева остановиться. Ну, конечно, вот очень, знаете, очень такой туховитый. Ну, я не знаю, это не самое правильное здесь слово. Но это вот бой был, наверное, со сверхжеланием. Здесь... И у того, и у другого, здесь была, кстати. Была, здесь не была какая-то сверхтехника, здесь было просто вот на желание победить. Причем не то, чтобы уничтожить, именно победить. Да. Вышел, чтобы выиграть. Я выиграл. И это сейчас ему стоило это очень много, на самом деле. Он сейчас себя вот этими комбинациями сжигал практически. Сжигал, но да, он просто выложился либо вот ва-банк. Причем, да. Либо здесь, бил, либо никак. Большинство ударов попало по защите, но он даже этими ударами по защите заставил просто... Ну, Мурата быть просто, да, потрясенным. И в итоге Мурат-то держался тоже до конца. Да. До самого последнего момента, пока уже... Все-таки не упал. Мачаев все-таки, да, он оседал, но поднимался. Осел, поднялся. Но не хватило. Не хватило. Тот удар, который был первым, который его потряс, он, конечно... Ну, там парочка было вот таких вот, с которых у него так, да, колени, да, да, подогнулись. Причем было видно, у него перчатки стоят на челюсти. В эту же перчатку залетает удар. Да. Его начинает еще ниже просаживать. Мне кажется, это вообще бомба. Феерия. Очень крутой бой. Очень эмоциональный. И здесь вот спасибо большое, что мы находимся возле клетки, потому что есть возможность оценить это и почувствовать это. Кто-то спрашивает, ребят, а вот неужели настолько важно находиться, да, на месте события? Да. Да, настолько важно находиться на месте события, потому что никакой монитор не в состоянии этого передать. И те зрители, которые сейчас здесь находятся в зале, в Краснодаре, в баскетболе, которые, пусть это навязывал в зубах, но заполнили этот самый баскетбол, все верхние ялусы забиты. Но они это все тоже видят и чувствуют. Марат Балаев. Марат Балаев. Возвращается. Первый раунд. Так его против очень непростого Мурата Мачаева. Но с победой. Прекрасный бой. 9-1 теперь.